Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем награду. Я смотрю, нас все-таки сбросили до Лиги Сёгунов. 3 звезды. Но я думаю, что мы сегодня до Лиги, наверное, мастеров 2 звездочки доберемся. Так как сегодня суббота, а завтра уже воскресенье, а там уже и понедельник. Поэтому нам нужно постараться это сделать. Наверное, сразу начну с турнирной арены. 54-й ранг. Слушай, ну тогда под вопросом Лига Мастеров 2 звезды. Под большим вопросом. Ха. Я в шоке. Ладно, давай приступать. 67-й уровень у них тут. Ладно, мы будем, короче, делать следующим образом. Я буду брать малышей. А в придачу к ним буду брать одного хай-левела. И таким вот образом, я думаю, мы с тобой и продвинемся быстро, ну и, как говорится, пройдем без потерь. Хотелось бы мне в это верить. Все зависит сейчас от наших высокоуровневых персонажей. Смогут ли они... Да, пока все получается. До 70 уровня они, в принципе, способны разбирать в соло. Ну и нам нужно, как говорится, чтобы нам давали большее количество кубков и быстрее мы продвигались. Вот только 16-21 мне совсем не нравится. Мне надо 16-22, вот. Вот это уже другой разговор. Берем Армагона. Так, откатов у меня всего 17 штук. Не густо. Но если мы будем по одному персонажу брать высокоуровневому, то, в принципе, мы должны сможем отыграть, наверное, всех. Еще раз повторяю, главное, чтобы мне давали достаточное количество кубков и не было, как в прошлый раз, что мы с тобой вообще не перемещались. Ни на один, как говорится, ранг 16-22. Пока берем 16-22, потому что больше все равно нам не дадут. Из-за того, что мы с тобой пока еще находимся в лиге, как ни странно, сёгунов. Даже не в мастерах. Так. Тут все без проблем у нас будет происходить, абсолютно. Как говорится, бомбим и бомбим. И, кстати, вопрос, друзья мои, один вопрос по поводу игры «Вперед на зомби-войну». Я загрузил свои сейвы, ну, свой, как говорится, результат, но я не увидел там ничего новенького. Вы мне объясните, что нового там появилось. Вы все писали «вернись, вернись». Там много чего обновили. А чего обновили, я так и не понял. Новых уровней нету. Новых персонажей я тоже не увидел. Ну, не считая, конечно, скинов. В чем проблема тогда? Почему вы так суетитесь по этому поводу? Надеюсь, вы мне... Оу-оу-оу-оу-оу. Надеюсь, вы мне подробненько сможете, кто-нибудь из вас хотя бы, написать, что же там такого происходит. Что, блин, что вы вот так вот хотите, чтобы я быстренько туда вернулся и продолжил игру. Такс, воу, слушай, вот это вот плохо. А, он с контратакой. Я думаю, что так он, ёк-макарёк. Давай срочно берем этот, провокацию, ребята. Нет, 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 да куда ты, гадёныш, блин, ребят, ну ты посмотри, а. Ты посмотри, что он сделал. Он, ребята, сделал массовую атаку. Да, с кожей головой я, конечно, немножко... Я немножечко, ребята, профанился, получается. Мы потеряли уже бойца одного. Да отвали ты, а. Отвали, я тебе сказал. Блин, его трогать-то опасно, потому что у него, ребят, контратака. Давай хотя бы задебафим его, что немножко. Блин, Эйприл, ты выживешь? Выжила. Давай диск. Ой, люк. Блин. Но все-таки мы одного бойца потеряли. Плохо, друзья мои, плохо вот так вот начинать. Блин, я немножко не... Я думал, что кожа головы все-таки сможет их протаранить. Но видишь, он оказался слабоват. Хотя у меня никаких сомнений не было, что он сможет их всех рубануть. Печалька, когда вот так вот получается. Очень печалька, ребята. Во всем виноват, знаешь, кто? Во всем виноват Сплинтер. Он повесил на них контратаку. По-моему, да? Он и сам контратаковал.
Так, ну что, здесь постепенка визит на всех. Дони добьешь? Красавчик. То есть получается, ну да, в принципе, надо было догадаться, что ближе к 70 уровню нам в любом случае надо брать двое персонажей высокоуровневых, чтобы вот не было такого конфуза, который у нас тут появился. Ну что, возьмем Зека и возьму Леонардо. Опять же, есть небольшая, ребят, проблема. И если сейчас Микеланджело 67 уровня повесит на свою команду уклонение, то вся моя стратегия полетит прахом. Поэтому сейчас попробуем сделать вот так. Плюс вертушка от Леонардо. Да, получилось. Но если бы, я еще раз повторяю, если бы Микеланджело бы повесил уклонение, ничего бы нам не светило. Так, друзья мои, Лига Мастеров, одна звезда уже взята. Но ты понимаешь, что это самое-самое начало. Так, берем Рафаэля. Я, наверное, возьму еще Супер Шреддера здесь. Раз, два, три. Так, первым у нас 100% пойдет Супер Шреддер. Потом Рафаэля. Ну, Рафаэль, естественно, будет вставать у нас в провокацию, дабы не давая в обиду остальных всех наших бойцов. Вот таким вот образом. Тем более тут особо массовых атак нету. Ну, не считая, конечно, вот этого хламона. Ай-яй-яй-яй. Тык-тыщ, готов. Ну что ж, нахлобучили. Без потерь. Все нормально. Нам нужно двигаться. Нам хотя бы по 10, ребят, по 10 ступенек брать. И, в принципе, наша, как говорится, задумка будет реализована. Я возьму Пиццелицу, я возьму Макмана. Так, ну Пиццелицей будет бросать свою эту пепперони или кальцоны, как вы там ее называете. И плюс Макман со своим торнадо. Так, одного уложили. Вот, 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 вот начинается вот это вот, ребят, начинается вот эта вот истерика. Истерика именно от Маузера. Ну потому что он, у него на пассивке идет именно двойная атака. Давай 71-ю позицию. Прекрасно. То есть из этого расчета, если мы идем, нам нужно сделать... Нам нужно сделать с тобой сколько там получается? 7 поединков, ребят. 7 боев мы отыграем, и будет Лига Мастеров 2 звезды. Но хотелось бы не просто ее взять, а хотелось бы еще, конечно же, закрепиться на где-то ранг... Ну какой там? Ну хотя бы ранг 70-й, 80-й было бы неплохо бы. Но не 80-й, 90-й. А это еще помимо 7 поединков нужно будет взять где-то поединка 3-4. Итого 10 боев. А вот на 10 боев у нас, наверное, персонажей не хватит. И хорош ломаться. Давай мне 17-23. Ну что это за фокусы, а, ребят? Ну что это? Не хочет почему-то давать. Ах, ладно. Возьмем тогда вот это вот. Здесь Ванька плюс Усаги. Слушай, персонажей мало. Мало будет персонажей. Это мне не нравится. Это мне совсем не нравится. Давай, Усаги, жги. Вчера, ребят, взял AirPods себе. Ну, у меня... Обычно я ношу наушники, знаете, вот такие вот черные, которые идут с этим, ну, как это сказать, проводные. Ну, не тот провод, который, я имею в виду, к мобиль подключается, а который от наушника к наушнику соединен провод и еще это маленький аккумулятор. В общем, от Sony наушники. Вот, носил. Но стало мне их неудобно, взял AirPods. Блин, я тебе скажу, качество звука просто на высоте. Просто в таком восторге. Опять же, капельки, да, не капельки у нас. И, в общем, я доволен. Звучание, конечно, идет просто идеальное. Но непривычно, потому что такое ощущение, что они вот-вот выпадут из уха. Я как бы их не чувствую. Если те с проводочками... Так, майки, ё-моё. Если те ребята с проводочками, которые были... они как бы четенько так, ну, знаешь... Воткнул их в ухо и прям чувствуется, что они туда не вылетят. Но если даже и вылетят, то они на проводке никуда не упадут. А вот здесь вот такого нет ощущения. И как бы и не хотелось бы, чтобы где-то он упал.
где-нибудь, особенно в траве, и потом ищи его там, куда он там может упасть. Так, я не понял этот. Да ладно, все. Сейчас, кстати, Бакстер влепит нам. Вот, стоп. Так, ладно, это фигня. Мне нужно его разобрать. Есть. Ну, а с Донателло будет немножко попроще, потому что это Донателло. Ну, Джастин, ну, какой же ты, ну, непутевый. Ну, просто, ребят, непутевый. Что-то там пыхтит, кряхтит, ничего у него не получается. Так, 41-й, да? 39-ю даже, ну, спасибо. Хорошо, продвигаемся. А 17-23 вы так мне не хотите давать. Не, не хотят, ребят, просто вот издеваются надо мной и все. Не хотят. Ладно. Так, ребят, здесь придется делать откат. Я больше чем уверен, что наш Маузер должен, по идее, их всех лупануть. Я в него верю. Один. Соло. Потому что он у нас вплоть до 72-го, по-моему, уровня бомбит. Ну, как всегда, естественно, ребят, естественно, кого-то одного оставляют в живых. Я не знаю, с чем это связано. Вот остается всегда вот на самых вот таких вот серьезных поединках один кто-то выживает. 8 ступенек все пролетели. Вот, 17-23. Но здесь, ребят, уже... Слушай, ну бойцов еще вроде хватает. Что-то вначале кажется, что их мало. Ближе к концу кажется, что их уже нормально. Не поймешь. Давай, Маузеры, влупляйте. Так, мне надо, ребят, сейчас, наверное, отойти посмотреть. Там на кухне я гречку поставил вариться. Не переварить бы ее. Там всего лишь, по-моему, надо-то минут 10-15 ее. Я не люблю, чтобы она когда рассыпается, я люблю, чтобы она была плотненькая. Так, 17 место. Ну что ж, давай еще один поединочек влупим. Ну что опять? Ну что у тебя опять? Вот за бзики, давай, вот. Так. Раз, два, три. Поехали. Ну что, Маузер, ты справишься? Если логично рассуждать, то вполне должен справиться. Эй, нет, ребят. 74-й. А, так, тут 74-й, 76-й. Тут, ребята, уже серьезные противники. Почти топовые идут. Потому что 78-й, 79-й у них, по-моему, это максимальный уровень. Так что 76-й, конечно, тут не до шуток уже. Но, друзья мои, мы с вами уже приближаемся к Лиге Мастеров, как ты видишь. Две звезды. Еще хотел я перед работой, конечно, поиграть воздушного маршала. Да, ребят, я на втором канале стал проходить новую игру. Ну как новую игру? Она давным-давно была в раннем доступе. Буквально пару дней назад она вышла в релиз. Естественно, мы ее купили в Стиме. И сейчас мы ее проходим. Довольно интересная игра. Все действие происходит, ребята, на небе. То есть целые небесные города. Тебе дается транспорт. Твой летучий корабль, на котором ты путешествуешь, открываешь новые острова, воюешь с пиратами, выполняешь очень многие задания, помогаешь жителям, отвоевываешь острова, заселяешь их, крафт, в общем, все-все-все присутствует, что я, в принципе, обожаю в таких играх. Так что, если кому интересно, можете заходить и смотреть мое прохождение по этой игре. Называется Black Skylanders. Погнали сюда. Тыч. Прекрасненько. Вот. Смотрим, друзья. Ну, какая там? 89-я. Так, у меня сколько? Еще, наверное, на пару поединков наберется там бойцов. Сейчас, подожди, возьму Лео, возьму Крэнга. Наберется, ребята. Еще на пару боев наберется. Это уже радует. Так, ну что, давай, Леонардо, жги. Потом, я надеюсь, пойдет Крэнк. Да, Крэнк добивает их. Ну, прекрасно. Так, и это будет у нас... какая позиция? 70-й же, да, по идее?
А, нет, не, далеко не 70-е. Ну, давай далее тогда идем. Так, 17-23. Армагон. И осталось 4 отката. Раз, два, три. 4 отката и один поединок. Ну что же. Поехали. Так, это 80-е. Дай бог, сейчас будет 70-е и потом 60-е. Вот как это понимать, ребята? Маузер сейчас просто их разобрал. То оставляет им хп, то вообще наглухо их чистит. 71-е. Ну, в принципе, ребята, будет сейчас неплохо. Очень даже неплохо, потому что... Как бы тебе это объяснить? Раз, два, три. 71-я, да, позиция. Ну, будет 60-я. То есть самое то. До завтра нам хватит, а завтра мы уже с тобой заберемся, как говорится, дальше. И я думаю, к понедельнику у нас будет топовое место. То есть, соответственно, получим с тобой все кубки. Ой, все кубки, все кристаллы, ради которых, в принципе, у нас 61-е. Замечательно. Замечательно, друзья мои. 210 плюс 75, это будет 285. Замечательно, еще две недельки потом, и все, ребят. И будет у нас еще один платиновый боец. Что, естественно, не может, ребят, не радовать. Потому что сейчас сейчас у нас две главные миссии. Это всех перевести в платиновый ранг, это раз. А второе, это всем прокачать скиллы до 7-й ступени. Вот скиллы до 7-й ступени, ребята, это довольно трудоемкое занятие. Потому что нужны вот эти элементы, да, которые мы с тобой получаем на прокачку скиллов. Их, во-первых, нужно очень много. И их нужно очень много фармить. А открываются они всего лишь с пятницы, ребят. То есть они с пятницы по... Считай, по понедельник. Вот сколько ты успеешь нафармить, все твое. Если ты не успел, то извини, как говорится. Так, ну что, Эйприл, ты у меня готова? Ай, немножко не хватает. Чуть-чуть буквально. Ладно, хорошо, сейчас я посмотрю, где у нас Донателло. Мы ему прокачиваем вот этот, ребята, скилл. Ёк-макарёк. 5 слизи защитных очков нужно найти. С ними сейчас будет проблема, как всегда. Ну, я так и думал. Мы только одни нашли, да? Ну, кто бы сомневался, ребят. Не, они ни в какую не хотят. Давайте все. Так, это только вторые. Такой, конечно, шанс выпадения этих очков вообще мизерный. Просто мизерный, милипусенький. Третий. Четвертый, давай последний, пожалуйста, чтобы я уже отвязался от них. Последняя попытка. Нет, ребят. Все, пицца кончилась у меня. Так, и прокачка Эйприл. Ребята, 90 уровень. 90 уровень, то есть еще десятка, и она будет прокачана по фулке. Ну что? Ребят, вот так вот перед сменкой я немножечко сегодня поиграл. Не знаю, успею ли я выложить сегодня или уже будет это завтра, но в любом случае выложим. А на этом все, друзья. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.